Здравствуйте, Здравствуйте. Геннадий. Здравствуйте, да. И слышу. Я вас тоже вижу и слышу. Видите, да. То есть среда у нас идет лучше гораздо, чем пятница. Поэтому я думаю, что это было правильное решение перенести все по средам. Это Меркурий, правда? Да, Меркурий? Да, похоже, похоже на то, да. То есть гораздо более благоприятное для этого время. Хорошо. И у нас сегодня радикалы характера. Верно? Да. У нас осталось совсем немного, о ком мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем говорить о мазохистическом характере. Вот, у нас, правда, осталось всего два радикала, то есть нам осталось вот сегодня поговорить о мазохистах и будем говорить еще через две недели об обсессивно-компульсивном радикале. То есть остается всего два. И можем сказать о том, да, что тогда всю вот эту классификацию из 12 характеров мы с вами, собственно говоря, уже и проговорим. Вот, мы сегодня мазохисты. Как сказать, с эхом после эфира про Луну, да, потому что тоже характер такой немножко у нас будет, ну, в чем-то неприятный, поэтому, да, будем смотреть, то есть каким образом это может иметь какие-то связи или схожесть, да, с арканом Луна. Он распространен, этот характер? Про него много шуток. Про него очень много шуток, и я думаю, что первое, что нужно сказать, что мазохизм как таковой, да, вот, по крайней мере, в том ключе, как мы сегодня с вами это будем обсуждать, это не про сексуальный мазохизм. Да, то есть, ну, есть как бы у некоторых тенденция, да, то есть эти вещи связывать, но эти вещи не обязательно будут связаны. То есть это будет немножко про другое речь. Но с точки зрения распространения, но он не редкий, он не очень редкий на самом деле, ну, по крайней мере, вот в сравнении, может быть, с другими характерами, то есть он такой довольно часто распространенный. Да. Но вот сегодня посмотрим, на каких примерах, да, это можно увидеть. Потому что, ну, бывает довольно часто, да. Это я из серии, я вспомнила сразу шутку про ежиков, которые кололись, но все равно ели кактус. Это вот что-то такое, что я буду делать что-то, что мне вредит, потому что и как рождается вообще этот характер. Да, 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 вот это вот очень, да, интересный момент, потому что нам, чтобы начать разговор про этот радикал характера, хорошо было бы немножко вспомнить о том, что мы говорили про депрессивный характер, потому что вот скорее здесь мы можем найти некоторую схожесть. Но дело в том, что есть, тем не менее, и отличия, потому что вот можно было бы сформулировать следующим образом, что мазохистический характер – это тот же депрессивный характер, но у которого еще осталась надежда. Потому что, если вы помните, депрессивный характер, да, это человек, который живет с очень глубинным и устойчивым ощущением «я плохой». И, соответственно, да, то есть он таким видит мир, он видит себя таким, да, то есть он привлекает, соответственно, к себе довольно много агрессии, да, он абсолютно не рассматривает какие-то оптимистические сценарии для себя в жизни. И помним, как это происходило. Это происходило из-за очень ранней потери. То есть потому что ребенок, который потом в дальнейшем разобьет депрессивный характер, он столкнулся с потерей, которую он не мог перенести. То есть потому что ресурса психики у него для этого не очень хватило. И мы тогда говорили с вами о том, что было два механизма, как с этим ребенок может справляться. Он либо может полностью отрицать вот это ощущение потери и горя, и тогда мы идем в развитие маниакального радикала. Либо наоборот, он может тотально присвоить себе, то есть всю вину от того, допустим, что с ним произошло, в частности, это потери, и тогда идет развитие вот этого депрессивного радикала. В случае мазохистического характера, то есть здесь немножко ситуация другая. Любой ребенок, да и не только ребенок, собственно говоря, и взрослый тоже, очень сильно нуждается в эмоциональном отражении со стороны, в общем-то, значимых фигур, со стороны родителей. Ну, это вообще нужно как бы не только ребенку, это нужно и взрослому, потому что если мы долгое время не получаем в свой адрес отражение других людей, то есть вполне естественно мы начинаем сомневаться вообще в том, что мы существуем психологически, потому что психика постоянно нуждается в том, чтобы ее отражали вот, другие люди. Для ребенка эта потребность важна вдвойне, потому что он еще имеет неустойчивую идентичность, он еще только развивается, и то, чтобы на него эмоционально и устойчиво реагировали взрослые, является для него прямо жизненно важным, жизнестепенным. То есть это что-то такое, что без чего он никак не может дальше развиваться и обойтись. В случае мазохистического характера проблема в том, что на ребенка реагируют исключительно только в том случае, когда его наказывают эмоционально. При других обстоятельствах, когда он делает что-то хорошее, да, или когда он делает что-то такое, допустим, что у него самого вызывает какие-то позитивные чувства, и он хочет получить на это отражение взрослого, взрослый, как правило, его игнорирует. То есть он никак на него не реагирует. Ну и вот здесь, к сожалению, срабатывает вот это вот очень
оно справедливое, да, но неприятное правило, что при наличии выбора, когда у нас есть плохое обращение и никакого обращения вообще, то что ребенок, что взрослый, он будет выбирать плохое обращение. Почему? Потому что вот так мы устроены, потому что если нас лишить вообще какого-либо отражения, да, то есть вообще когда нас совсем никто не реагирует, то это на самом деле приводит так или иначе к дезинтеграции психики, потому что это крайне непереносимые вещи. Именно поэтому, ну, знаете, неспроста есть наказание через, допустим, изоляцию, через карцер, да, или вот, допустим, как попадание на необитаемый остров на очень долгое время без наличия какого-либо вообще контакта с кем-то, оно на самом деле оказывает очень-очень губительное влияние на психику. Или то же самое, знаете, вот когда мы с вами говорили про маленьких деток, мы говорили, что почему очень важно на них реагировать, вовремя приходить на их зов и вообще брать их на руки. Потому что если вот в этот момент контакта не будет, да, то на самом деле в психике могут произойти нарушения, которые, по сути, потом даже не подлежат восстановлению. То есть это самое плохое вообще, что может быть. Поэтому в этой ситуации, то есть когда ребенок растет в семье, когда на него реагируют вот просто хотя бы, когда его наказывают и больше вообще никак не реагируют, понятно, что ребенку нужна вот эта реакция на него. И поэтому, ну, он будет так или иначе пытаться это наказание, да, каким-то образом спровоцировать. А дети в этом отношении могут быть весьма изобретательны, они могут быть весьма манипулятивны. И что ребенок в этом случае получает? Понимаете, ребенок точно не может никаким образом проконтролировать, как его будут наказывать. И он не может проконтролировать степень этого наказания. Но он точно может проконтролировать время, когда это наказание на него, допустим, обрушится. Каким образом? Тем, что он сделает что-то такое, что в его случае гарантированно вызовет у родителя какую-то негативную реакцию. И такие дети очень, ну, понятно, что неосознанно, но, тем не менее, они научаются таким образом налаживать вот отношения с родителями вот по этой схеме, что я делаю что-то негативное, то есть я провоцирую негативную реакцию, но эмоциональную, вот что очень важно, реакцию родителя. Он меня таким образом наказывает, и у меня появляется все равно вот это ощущение, что я психологически существую. То есть вот так вот работает эта вот схема. К сожалению, если такое продолжается регулярно и продолжается долго, то у ребенка образуется очень прочная связь между страданием и привязанностью. А вот это вот, конечно, уже такая беда очень большая, потому что, ну, как сказать, ребенок в дальнейшем, точнее уже взрослый в дальнейшем, не представляет себе других форм взаимоотношений с другими людьми, с близкими, кроме как через какое-то страдание, да, то есть через провоцирование каких-то негативных ситуаций, да, то есть через наказание и так далее. Поэтому это вот единственная форма сохранения контакта с другими людьми, которая ему, ну, продолжает быть доступна, к сожалению. Вот, и тут еще знаете, что может быть? Вот, допустим, в некоторых семьях практикуются довольно инвазивные и такие вот карающие ритуалы гигиены. Ну, вот, допустим, ребенка как-то купают вот так вот, знаете, вот очень ну, жестко, да, так, что ему это не нравится. То есть ребенок, понятно, высказывает недовольство, а его при этом поощряют за то, что он терпит. Ну, вот, допустим, ребенку говорят: ты молодец, потому что ты терпишь, допустим, то, что с тобой происходит что-то, допустим, нехорошее. Ну, разумеется, что это тоже является плюс еще одной поведенческой стратегии, которая вот тоже может способствовать развитию вот этого вот мазохистического характера. Здесь вот очень важно понять, что у ребенка при этом нет ощущения, что он плохой. Вот в отличие от депрессивного характера. Он прекрасно понимает, кто плохой. Плохой тот, кто наказывает на самом деле. Но дело в том, что это потом будет очень хорошо видно у взрослых, да, то есть, которые этот характер разовьют, что то, что получает мазохист при жизни, ну, вот в рамках подобного радикала, это ощущение морального превосходства. То есть когда это страдание, да, делает его таким ангелоподобным, то есть оно очень тесно начинает быть связано с его самооценкой. То есть, знаете как, тот, кто страдает, да, тот, кто переносит некоторые неудобства, да, тот хороший, а тот, кто его наказывает, да, соответственно, это он является там демоном, там, преступником, плохим человеком. То есть вот здесь все-таки есть очень-очень большая разница с депрессивным характером с точки зрения поддержания самооценки. Вот. И, конечно, если, допустим, вы смотрите уже на взрослого человека, у которого вот этот радикал характера достаточно мощный, связывается такое ощущение, да, что как будто бы этот человек страдает намеренно, он как будто бы прямо хочет вот этого, потому что это люди, которые постоянно жалуются, они постоянно ноют,
Они постоянно дают вот такое послание окружающим, что не бросайте меня, потому что если вы меня бросите, со мной непременно случится что-то плохое. Самое интересное, что реально случается. Ну почему? Потому что, опять-таки, срабатывает вот эта детская схема, да, что я могу держать привязанность с другим человеком только на основе некого негативного болезненного опыта. Поэтому это очень запросто может проявляться в виде каких-то ситуаций самосаботажа. Допустим, это люди, которые изначально, бессознательно усложняют себе жизнь максимальным количеством способов. Это каким образом можно делать? Откладывать все дела до последнего, для того, чтобы потом бегать, знаете, вот так вот, и ничего не успевать, да, и все делать в последний момент, и чувствовать этого сильное напряжение. Это люди, которые очень плохо понимают ценность успеха. А почему они плохо его понимают? Потому что, ну, опять-таки, начиная с детского возраста, их никогда не поощряли за успех. То есть они не имеют опыта взаимодействия с другим человеком, да, на основе какого-то своего достижения или успеха. Поэтому они не очень склонны видеть в этом некое преимущество. Поэтому они довольно могут быть обесценивающие в отношении чужих успехов, в отношении своих собственных успехов, потому что бессознательно может срабатывать такой страх, что с ними находятся в отношениях только пока им плохо. То есть как только им становится хорошо, то есть или как только они достигают какого-то, ну, соответственно, позитивного, да, или какого-то такого успешного состояния, то есть люди их бросят, ну, потому что у них нет опыта выстраивания привязанности иными способами, кроме как через страдания. Поэтому вот это вот тоже очень крепко закрепленная в них модель. А тут еще, знаете, что надо отметить, что вообще жертвенность как таковая, да, то есть на самом деле это не обязательно признак мазохизма. Ну почему? Потому что у нас бывает масса ситуаций, допустим, культурно таких вот приемлемых, где жертвенное поведение является, ну, собственно говоря, естественным абсолютно. Ну вот, допустим, даже для примера мы можем взять поведение матери в первый год жизни ребенка. То есть в ее поведении очень много жертвенности, потому что, в общем-то, как многие авторы пишут, мама в этом возрасте сама себе не сильно принадлежит. То есть ее жизнь, ее ритм полностью подстроены под обслуживание младенца. То есть она спит, соответственно, так, как он ей позволяет спать, да, то есть она должна откликаться на его любой зов. То есть она не может делать все, что она хочет. В этом, с ее стороны, есть очень-очень много такого жертвенного поведения, да, но это не, абсолютно не повод, да, усматривать в этом мазохизм, потому что мазохизм, скорее, это будет поведение, то есть, знаете, как причинение себе страдания какого-то, которое никоим образом не оправдывается моралью. Моралью либо какими-то культурными нормами. То есть, когда вот человек, ну, собственно говоря, страдает, ну, вот абсолютно не, как сказать, не без возможности быть оправданным, да, то есть какой-то каким-то периодом своей жизни, да, какими-то вот определенными обстоятельствами. Поэтому тут вот, ну, далеко не во всем надо это усматривать. Вот. А как может человек сам себе заметить ли это? Потому что по каким-то признакам, мне кажется, у многих, вот откладывание на... У меня, например, я частенько откладываю на последнее. Но, может быть, это какая-то просто определенная тоже черта. Ну, я думаю, что само по себе откладывание до последнего каких-то дел, это не признак мазохизма само по себе, потому что он так делают, но люди далеко не обязательно с мазохистическим радикалом. Просто мазохистов – это один из способов поддерживать в жизни сильный способ напряжения, сильный уровень, точнее, напряжения, потому что… Может быть, ну, таким образом они не успевают, таким образом они потом терпят нагрузку, они вот таким образом, то есть, провоцируют неуспех в своей жизни. И это позволяет им сохранять вот этот полюс, да, то есть вот этого, знаете, как такого священного страдания. То есть ведь очень сложно, на самом деле, потом их самооценку отлепить вот от этого образа страдальца. Понимаете, здесь же еще другой компонент. Ведь на самом деле, мы уже с вами как-то упоминали это на других характерах, есть такой механизм, называется проективная идентификация в психологии. То есть когда человек ведет себя каким-то таким образом, да, что провоцирует в вас абсолютно неестественную для вашего характера реакцию. То есть вы как будто бы начинаете достраивать в его внутреннем театре, да, то есть какую-то ролевую игру, которая, в общем-то, вам в обычной жизни не свойственна. Так вот, говоря про мазохистов, но их очень хочется пнуть. Вот прямо очень хочется, потому что они что-то такое делают, что они провоцируют просто огромную агрессию у окружающих людей к себе.
Может быть тем, что они постоянно ноют, может быть тем, что они постоянно жалуются. То есть, ну, что-то в их поведении вызывает очень-очень сильное раздражение. Поэтому довольно часто, то есть вот человек с сильным мазохистическим радикалом очень часто оказывается в паре с садистическим человеком. То есть тот, кто действительно будет наказывать, вот, допустим, этого мазохиста. Как это может проявляться? Ну, у нас, допустим, довольно сильные садистические черты могут быть у социопата. Вот. Они могут быть, допустим, у нарцисса тоже в том числе. То есть они изначально строят отношения с такими людьми, где они будут терпеть страдания. При этом, ну, они будут, конечно, внутри упиваться вот этим чувством морального превосходства, то есть что они все равно являются чистыми, белыми, то есть несправедливо страдающими, да, соответственно, их самооценка от этого будет поддерживаться. Но им вот это вот на самом деле в дальнейшем череду агрессивных к себе вот этих вот элементов отношений очень сложно разорвать. Это, знаете, это вот одна из причин, почему в семьях, где есть насилие, довольно сложно бывает жертву насилия изъять из этой семьи, потому что она себя не представляет вне этих вот декораций насилия, потому что страх оказаться одному, да, страх вообще вот лишиться какой-либо привязанности, он оказывается гораздо сильнее, чем, допустим, страх вот, ну, в дальнейшем терпеть наказание. И вот это, к сожалению, очень плохо. Почему? Потому что ведь насильник, он же ну, в какой-то момент иногда может не рассчитать свою силу. То есть, и это же на самом деле может быть реально опасно для человека, ну, который вот это все терпит. Но здесь вот этот страх оказаться одному настолько силен, да, что, ну, возможно, слышали о таких случаях, когда правозащитники пытаются изъять, предположим, да, женщину, допустим, если это женщина из такой семьи, у них у самих начинают часто сдавать нервы. Почему? Потому что в любом мазохисте на самом деле скрывается скрытый садист. И они, понимаете, вот ведут себя часто таким образом, что они, с одной стороны, запрашивают помощь, они жалуются, они очень сильно страдают, но когда вы начинаете им реальную помощь оказывать, да, и давать какие-то реальные советы, да, или прямо вот, ну, предлагать реальные способы, как с этим справиться, они это саботируют. Опять возвращаясь вот в это лоно страданий, продолжая это все терпеть. Ну, понятно, что человек, который этим радикалом характера как-то не обременен, он не страдает, он через какое-то время начинает злиться. Ну, потому что, знаете, как бы мазохист, он из нас через этот механизм проективной идентификации делает садиста. И нам хочется его тоже самого уже прибить, чтобы он не мучился, чтобы он перестал страдать. Кстати, если помните, когда мы обсуждали депрессивный характер, там были похожие очень механизмы, потому что депрессивный человек тоже вызывает очень много агрессии в себе. Через этот же механизм проективной идентификации. Но там мы говорили с вами о том, что это на самом деле та ярость, да, которая была свойственна ребенку, но которую он не имел возможности выразить. Здесь можно Может быть, тоже можно было бы такое объяснение, ну, к этому вот, к этому вопросу тоже привязать, но другое дело, что здесь скорее это вот работает как вот через тоже контрперенос, но когда здесь вот идет как родительская фигура, вот эта карающая находится рядом, да, и когда с ней вот только единственная есть возможность выстраивать отношения, потому что вот без этого отношения просто не строятся. Вот. И как же выходить из этого радикала, из этих особенностей? Как человеку себе помочь? Очень сложно. Очень сложно, потому что довольно часто люди с подобным радикалом... понимаете, ведь причем самое интересное в том, что они... Пошел фон звука. Да, я тоже слышу какое-то эхо. Это не звук, это что-то со связью именно. Прямо свистит, свистит. Потому что у меня ничего не слышно. Ой-ой-ой. Но это что-то со связью, потому что у меня нет звука этого. У меня прямо, я глохну, если я наушники одеваю. Ну, вроде при... Вроде... Нет. Ну-ка. Ну-ка. Есть.
Я не сильно его слышу, потому что я его без наушников. Он его не глушит просто. Он не глушит просто. Я фактически... Что делаем? А это не из-за наушников? Может быть? Подождите, я попробую наушники отключить вообще. А если так попробовать? Нет, тоже что-то. То же самое. То же самое. Ну, другой какой-то стал звук мешать. Ну, это, смотрите, изменилось. Какие-то помехи есть. Перехвалили ли мы Меркурий? Или мазохист подключился, говорит? Мазохист подключился, да. И что, что делаем? А если вы сейчас, у вас подключили наушники, правильно? Вот вы их выключали, и мне кажется, звук пропадал. Он, правда, там... Не-не, он все равно был слышен. А вам качество звука идет качественно, хорошо, или идет то, что с помехами? Мне хорошо, сейчас это почти вообще нет помех. Я не знаю, это слышно ли в эфире тоже. Если нас кто-то смотрит, можете написать, пожалуйста, в комментариях, то есть как вам идет качество звука, то есть это нормально или это только мы глохнем? Потому что я вас слышу хорошо, четко. Просто какой-то там немножечко параллельно звук. Я его не сильно слышу. То есть слышу, но он не глушит меня. Свистит. Ну, свистит. Вот свистит, да. Да. Ну, вот свистит, да. Да. Ну что... Нам осталось-то что рассказать? Как справляться с этим? Давайте я попробую, может быть, просто таким вот образом, да. Смотрите, на самом деле, изменить любой радикал характера, да, оказывается, вещи весьма сложные. Потому что любой человек, имеющий вот эти устойчивые структуры внутри своей психики, он будет максимально сопротивляться к тому, чтобы их менять. Поэтому это стоит огромного труда, да, то есть избавиться от вот этих вот деструктивных механизмов, да, вот этого мазохистического характера. Это даже можно наблюдать очень хорошо по людям, которые приходят на вторую консультацию, предположим, имеют очень сильный мазохистический радикал. Каким образом это тоже выражается? Потому что, во-первых, они приносят, знаете, ужасный ужас на консультацию. То есть вы слушаете, да, и у вас создается такое впечатление, что перед вами сидит человек-катастрофа. Потому что такое количество всяких вот негативных событий, каких-то вот бедствий, да, то есть, которые человек приносит, да, такое ощущение, что он в них просто живет вот просто хронически пытается. Вы разбираете причины, вы еще даете четкие рекомендации, вы ему говорите, как с этим всем справляться. Проходит какое-то время, человек возвращается к вам, и вам ощущение такое, что ему ничего не говорили. Он по-прежнему вам рассказывает ужасы, он по-прежнему жалуется, он по-прежнему жалобно на вас смотрит и просит, чтобы вы ему помогли. Но при этом вот все равно отказывается поступать в отношении тех советов позитивных, которые вы даете ему, которые вы потом, которые он выполнил, допустим, полностью бы его лишили вот этой вот проблемной ситуации. Поэтому тут, конечно, в этом отношении весьма сложно с ними работать. И как это тоже идти в терапию, или вообще человек может в себе сам это увидеть, или будет сопротивление? Я думаю, что если ему объяснить эту схему, то, конечно, это лучше делать через работу в терапии, потому что терапевт хотя бы может объяснить те же самые механизмы, которые, допустим, мы сегодня с вами обсуждали, о том, каким образом это формируется, то есть каким образом человек поддерживает самооценку. Понятно, что это будет долгая работа.
это очень быстро все равно сделать не получится. Но при этом хотя бы можно немножечко приблизить человека к осознаванию вот этих вот негативных схем, которыми он живет. И таким образом, да, может быть, немножко ситуацию улучшить. Потому что вообще, конечно, по сути, то, что нам надо, надо полностью перепаять всю самооценку человека, да, потому что сделать ее устойчивой на основании позитивного опыта взаимодействия, а не негативного. А учитывая, что это очень глубинные вещи, это очень-очень сложно сделать. С другой стороны, по сути, нам надо даже изменить модель привязанности, а очень многие специалисты даже сомневаются, возможно ли такое сделать, потому что это тоже весьма устойчивый компонент. То есть как строить человеком отношения, да, на позитивных каких-то моментах, на негативных. Поэтому здесь, конечно, да, весьма сложно. Поэтому здесь срабатывает очень часто вот это вот ощущение саботажа. И, конечно, если вы работаете с человеком с таким физическим радикалом, то есть от вас будет требоваться просто огромное количество терпения, чтобы самим не начать себя вести садистически в отношении своих клиентов и начать их наказывать. Это тоже отслеживать. Интересно. Ой, есть ли что-то еще, что можно рассказать про этот радикал? Или, в принципе, мы проговорили самые важные моменты? Ну, я думаю, что основное мы проговорили. Основное мы на самом деле все проговорили с точки зрения теории, да, то есть по крайней мере того, как это все проявляется. Но мне кажется, мы сказали вот эти вот важные моменты, которые касаются работы с ними в картах, допустим, да, если они приходят как клиент. Вот, но вот это основное. И мы посравнивали их, собственно говоря, с другими радикалами, например, с тем же депрессивным. Ну хорошо, тогда на сегодня давайте тогда заканчиваем, потому что я слышу, что все равно свистит и не очень удобно говорить вам. И у нас остался один радикал, который мы придем через неделю, и в следующую среду у нас получается Солнце, потому что мы говорили про Луну последний раз, и будет аркан Солнца. Да, все верно, да. Да, все верно, да. Все, ну хорошо, тогда спасибо огромное, на этом мы заканчиваем, и увидимся через неделю. Да, хорошо. Да, спасибо. Да, хорошо. До свидания. До свидания.